Развитие медицины за чертой областного центра – один из приоритетов деятельности Украинской морской партии Сергея Кивалова. Клиника Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета подписала соглашение о взаимодействии с медучреждениями Великомихайловского района. В единое с университетской клиникой телемедицинское пространство включили центральную районную больницу и местный центр первичной медико-санитарной помощи, куда входит отдаленная амбулатория села Гребенники на границе с Молдовой. А это значит, что кандидаты и доктора медицинских наук Одесского мединститута МГУ будут консультировать медиков этих лечебных учреждений, и пациенты будут обеспечены квалифицированной помощью. Амбулатория также получила современный автомобиль, который оборудован мобильным телемедицинским комплексом. Подробнее в материале наших корреспондентов. Качественная медицина в наиболее труднодоступные места Одесской области. Очередной социальный проект Украинской морской партии Сергея Кивалова реализован в Великомихайловском районе. Кабинет телемедицины, развернутый в клинике Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета, теперь дистанционно консультирует пациентов Центральной районной больницы Великомихайловского района и Центра первичной медико-санитарной помощи Великомихайловского района, куда входит отдаленная амбулатория села Гребенники, что недалеко от границы с Молдовой. Благодаря телемедицине потенциальные пациенты медучреждений Великомихайловского района смогут получить качественную консультацию и помощь без потери времени. Морская партия Сергея Васильевича Кивалова активно поддерживает здравоохранение не только города Одессы, не только университетскую клинику Международного гуманитарного университета, но и в целом уделяет внимание развитию медицинской помощи во всем Одесском регионе. И мы сегодня совместно и с больницей, и с Центром первичной медико-санитарной помощи организовываем абсолютно бесплатно консультативную телемедицинскую помощь жителям, да, понимая, что людям не всегда удобно и это накладно ездить в Одессу за консультацией специалистов. Наш профессорско-преподавательский состав готов помогать врачам, коллегам из Великомихайловского района. В лечебных учреждениях видят только положительные моменты во взаимодействии с университетской клиникой. Это не только новые технологии коммуникации, но и современные методы лечения. Такий проект дуже важливий, особливо для сільської медицини. Це допоможе нам удосконалювати нашу медичну допомогу населенню сільському, так як вони дуже віддалені від Одеси, да, там, де є високоспеціалізована допомога. А такі проекти допомагають сільській медицині развиваться. Еще одна причина необходимости налаживания телемедицинского пространства между Великомихайловским районом и Одесским мединститутом Международного гуманитарного университета – это кадровая проблема. В районы и села молодые квалифицированные специалисты все еще едут неохотно. В тех же Гребенниках остро стоит вопрос семейного врача. К счастью, есть фельдшерская бригада, которая готова взаимодействовать с клиникой посредством новых технологий. В Гребенниках находится амбулатория, в якій повинен працювати лікар, але лікаря у нас там на зараз немає, тому що нема спеціалістів, недостатньо у нас спеціалістів, забезпечення кадрами около 40%. Значить, знаходиться там два фельдшера, достатньо кваліфіковані фельдшера, які вміють надавати невідкладну медичну допомогу, які вміють диференціювати діагнози і які вміють користуватися телемедичною установкою і консультувати на місці з лікарем узкой специализации. В амбулаторию также передали современный автомобиль, оборудованный мобильным телемедицинским комплексом, посредством которого будет осуществляться консультативно-диагностическая помощь пациентам от кандидатов и докторов медицинских наук Одесского мединститута Международного гуманитарного университета. Таким образом, новый социальный проект Украинской морской партии Сергея Кивалова получил поддержку и за пределами областного центра. Прописка пациента – не повод, чтобы лишать его качественных медицинских услуг.